Представляем вашему вниманию профессиональный компас жидкостной. Какие у него там достоинства и недостатки? Значит, во-первых, очень точный компас. Хорошо сидит в руке. Выполняет все функции, которые может выполнять компас. То есть это ориентирование на местности, это определение высот. А марка какая? И очень хорошо подобран гель внутри. То есть вот он не замерзает на холоде, не становится очень жидким при плюсовых температурах. То есть он вот выполняет свои функции при любых погодных условиях.